Решим в целых числах уравнение x квадрат плюс 2xy минус 3y квадрат равно 20. Ну как, выделяем полный квадрат. X квадрат плюс 2xy плюс y квадрат минус 4y квадрат. То есть x плюс y в квадрате минус квадрат 2y, это 20. Значит, x плюс y минус 2y умножить на x плюс y плюс 2y, это 20. X минус y на x плюс 3y 20. Здесь не обязательно перебирать все способы разложения числа 20 на множители. Почему? X минус y дает такой же остаток, как и x плюс 3y при делении на 4. Поэтому мы должны брать только множители, разность которых делится на 4. 1,20 не годится. Или 4,5 не годится. Что годится? 2,10. Давайте посмотрим. Первый случай. X минус y это 2, x плюс 3y это 10. Ну или, меняя знаки, x минус y это минус 2, x плюс 3y это минус 10. Ну, легко посмотреть, если мы вычтем из нижнего уравнения верхнее, то получаем чего равно 4y, ну а дальше x находим. Это пары 4, 2 и минус 4, минус 2. Смотрите, 4 минус 2 это 2, 4 плюс 3жды 2 это 10. Замечательно, два решения нашли. Теперь точно так же здесь. Если наоборот x минус y это плюс минус 10, а x плюс 3y плюс минус 2, то есть либо 10 и 2, либо минус 10 и минус 2, то опять то же самое. Вычитаем и находим ответ. 8 минус 2 или минус 8, 2. Вот получилось 4 точки на кривой, заданной вот таким уравнением. Между прочим, что это за кривая? Давайте подумаем. X минус y умножить на x плюс 3y. Это гипербола. Это гипербола, причем ее асимптоты это как раз вот эти две прямые. X равно y, это одна асимптота, и x равно минус 3y, другая. Вот. Получается, что на такой гиперболе лежит всего лишь 4 точки с целыми координатами. Рассмотрим похожее уравнение. 6x квадрат минус xy минус 12y квадрат равно 14. Здесь выделение полного квадрата процедура более длинная. И может быть вот именно здесь было бы легче, что называется, воспользоваться школьным приемом. Школьный прием здесь такой. Надо рассмотреть, ну, вынести, скажем, y квадрат за скобку, и от x разделить на y, у вас будет многочлен второй степени, а если вы найдете его корни, то, соответственно, будет x минус один корень, умножить на x минус другой корень. Впрочем, процедура, которую мы сейчас делаем, это фактически и есть процедура нахождения тех самых корней. Смотрите, дополняем до полного квадрата. Для этого расписываем 1/6 как 2 умножить на 1/12, прибавляем y квадрат делить на 144, соответственно, вычитаем то же самое, соображаем, что 2 умножить на 144 плюс 1 это 289, то есть 17 в квадрате, и получили разность квадратов. Разность квадратов разлагается как разность умножить на сумму, то есть вот x минус y 12 минус 17 y делить на 12, а там плюс 17. То есть, если шестерку разложить как 2жды 3, двойку вот сюда, а тройку туда, то мы получили 2x минус 3y умножить на 3x плюс 4y. В принципе, кто что-то хорошо учится в школе, наверное, с самого начала мог догадаться, хотя тут важно, этот прием он работает всегда. Если дискриминант такой, что из него корень извлекается, то этот прием всегда дает результат. Замечательно. Теперь смотрим. Здесь опять, если перебирать подряд все, то будет довольно большая работа, потому что, смотрите, 1 умножить на 14, 2жды 7, 7 на 2, 14 на 1, это еще и с минусами. Поэтому давайте сделаем так. Напишем систему.
2х минус 3у равно а, 3х плюс 4у равно b. Эту систему легко решить. Ну, понятно, как получилась эта формула. Если мы домножим это уравнение на 4, а это на 3 и сложим, то здесь будет 17х, а там будет 4а плюс 3b. Ну и, соответственно, у также, если мы домножим нижнее уравнение на 2, а вот это на 3 и вычтем, то получится 17у, а там 2b минус 3. Да, так вот, а теперь все просто. Надо брать вот такую пару, скажем, 1,14, подставлять сюда. Это будет 4 плюс 42. 46 на 17 не делится. 2,7. Это 8 плюс 21. Тоже не делится 29 на 17. 7,2. 28 плюс 6, 34. Делится. Замечательно. Значит, x это двойка. X это число 2. Так, а y при этом это 4 минус 21, то есть минус 17 делить на 17, минус 1, х это 2, ну и другая пара, минус 2, 1. Получилось всего два решения у такого вопроса.